Среда. Я снова с вами. Снова я это уже видел. С Индуком и Егором. Банка шпротов порезался. Очень сильно кровоточит. Теперь придется носить аж до субботы. Ой, что я нажал на escape. Но, тем не менее, это не отменяет реакции. Что в голове у детей? Время мультиков от Егора. То есть от меня. От Егора. Или от Егуртика. Почему-то мне это хочется называть. Типа Егор, мультик, Егуртик. И у нас сегодня опять короткая анимация, как вчера. Да. Это тебе, крошечка. Я думал, это пацан. Что нужно сказать, солнышко? Спасибо, очень. Здравствуй, путник! Тебя в какую сторону? Направо в красиво, налево в классиво. Его отец вел себя так же. Да вообще хз, как устроены дети. Заметьте, ребят, я не проронил ни слова практически за всю реакцию. Ну, почти. Какие-то слова у меня были все же, но тем не менее. Просто потому, что здесь комментировать особо нечего, вы и сами все видели. Даже мне немножко искривилось лицо, потому что, ну... Это было стрёмно, стыдно и в то же время нормально. Ну ок. Что могу сказать, но ок. В одном из сообщений, я уже не помню где, в ВК или где еще, либо, по-моему, даже в Ютубе есть, что четвертый эпизод может стать особенным, что типа там, ого-го, типа вот эти вот три эпизода, которые были, это были лишь разминка, а дальше, это мы все,